канала Март Лайф на Ютубе. Мы находимся на Тверской улице в центре Москвы. И сегодня и завтра в российской столице отмечают день рождения. 875 лет. Ура! Ура! Смотрите видео, которое мы подготовили в честь праздничной даты. Итак, сегодня 10 сентября, день города Москвы. 875 лет исполняется российской столице, а я нахожусь на улице Тверская, 16. И вот здесь легендарное кафе «Вареничное» написано, музей Николая Островского и «Пират Мармелад» магазин, красивые сталинские дома, очень много людей, улица перекрыта грузовиками с водой, поливалками так называемыми, а здесь вот дальше, видите, чтобы пройти вперед в сторону Красной площади по Тверской, надо будет стоять в очереди, будут проверять через специальные металлодетекторы. Ну что ж, надо, значит надо. Здесь как-то поменьше людей. Наверное, просто сейчас 2 часа 20 минут, и как раз начало, самая толпа, этот, как говорится, час пик. Красивые сталинские такие дома на Тверской. Сейчас пройдем. Вот выложил все из кармана. Наушники, скакалку, ключи, железное, что может звенеть. И сейчас проходим. Много людей сзади. Интересно, в общем, в любом случае. Видите, очень быстро, в принципе, буквально 2 минуты, я уже прошу. Люди довольны, в любом случае безопасность, конечно, превыше всего, поэтому нужно обязательно проверять всех. Меня спросили, что это за такое, я говорю, это скакалка, занимаюсь спортом. Мне говорят, ну ого, ну молодец. В общем, такой веселый парень, Росгвардия, по-моему, или полиция, ну очень классно было, проверочка. А вот смотрите, какая конструкция. Ого, ничего себе. Это прямо как какой-то, не знаю, где это такой мост. Настоящие балерины. Сейчас папа тебе... Большой театр прямо на Тверской. Дети довольны. Будущие балерины. Итак, дом с днем рождения, город Москва. Здесь модель парусника «Надежда». Интересно, в Москве парусник «Надежда». И тут же балерины. Какие красивые. Не. В одну сторону, в другую сторону. Ну а дальше там будут гимнасты. Специальные шарики.
Это типа карьер, наверное, или речку выкапывают. Ого, интересно, да, электрический. Такая уже очередь выстроилась из желающих. Из шариков специальная речка, длиннющая. Метро. Вот так работают профессиональные фотографы. Там, допустим, 6 с ним сколько будет? Ты должен знать. Все, давай. Все, пока. Все. А здесь... Ого. Смотрите, какие красавицы. И ножкой ножкой бьет. Как Пушкин говорил. Ножку ножкой бьет. Великолепно. А здесь поезд дальше вагоны других производителей. Макеты. Красиво, да? Что еще мне нравится в Москве? Везде цветы, клумбы. Видите, как все растет, цветет и пахнет. Очередь как раз вот. Наконец-то дошел до Красной площади. Здесь играет Кремлевский оркестр, как написано. Охотный ряд, гостиница 4 сезона, Госдума, вот парламент. Тоже можно гулять сегодня спокойно. Манежная площадь, оркестр. Чанга. Все снимают вокруг. В общем, еще раз из Москвы привет всем с праздником, днем Москвы, днем рождения город. Вот такой праздник в Москве! Ура!